Надежды на то, что «Зенит» в гостях обыграет «Боруссию» с нужным счетом, не было, наверное, даже у самых преданных болельщиков клуба. Отставка Спалетти, неудачи в чемпионате не вселяли уверенность даже просто в достойной игре россиян на дортмундском поле. Однако «Зенит» удивил приятно. Команда вышла биться, что уже на 16-й минуте было доказано Халком. Шикарный удар, как из пушки, и Вайден Феллер ничего не может сделать. Но «Боруссия» у своих ворот тоже не сидела. Пришлось поработать и Малафееву, который давно не появлялся в стартовом составе. Гросс Кройц пытался попасть в самую девятку, но Малафеев «Зенит» спас. На 37-й минуте очень обидно промазал Шатов. Точность подвела, и тут же «Боруссия» сравняла счет. Простая атака, навес, и Себастьян Кель головой делает счет 1-1. Во втором тайме «Зенит» рук не опустил и снова пошел вперед, что на 73-й минуте снова принесло свои плоды. Кришито навесил в штрафную, и вышедший вместо Киржакова Рандон головой в прыжке во второй раз за игру заставляет замолчать стадион. Казалось, что «Зенит» сможет забить еще два мяча и пройти в четвертьфинал. Но, увы, ни самоотдача того же Рандона, который затерзал оборону немцев, ни дальние удары Витцеля и Шатова в забитые голы больше не воплотились. 2-1 – классная победа «Зенита» в Дортмунде, но после домашнего поражения этого мало. Дальше идет команда Юргена Клопа.